Всем привет, ребята, с вами Лардекс. И сегодня я заказал коробку Mystery Box с Бейблейдами за 1500 рублей. Давайте проверим, окупимся мы или нет. Что же тут у нас есть? Нашелся вот такой коробочки. Так, первое, я уже удивлен, это у нас Астрос Приган 6-го сезона. Что же в нем? Давайте посмотрим. Тут у нас круглый для баланса, как раз как и он, железка, сам Спрайзен, который может меняться по сторонам и имеет с помощью DB режима быть верхнего режима, так и низкого. И его драйвер, который может менять стиль боя. Примерная стоимость его вот такая. Дальше давайте проверим. Надеюсь, я окуплюсь. Что мы имеем дальше? Так. Это у нас Ахиллес 7-го сезона, последнего. Давайте посмотрим, что он обладает. Вот у него вот такая железка. Сам Ахиллес, имеющий который... с помощью которого можно убрать его атакующий слой и оставить просто, чтобы был здесь ничего. Но, похоже, лучше будет с атакующим слоем. И также у нас тут добавок драйвер с улучшенной пружиной. Что странно, что не было у Спригана. Ну, и также он меняет режимы. Ну, ставим на атакующем. Что же у нас дальше? Так, это у нас Рафаэль. Персонажа, который постоянно хотел украсть идею у Вальта Аоя. Ну, после чего сделал самостоятельно свой волчок, именно этот. Так, он имеет свой способ, он балансного режима. Он имеет свои лезвия, как ангельский оболочек, которые открываются во время боя из-за сильного запуска. Вот тут механизм, который имеется здесь. Также он имеет драйвер, который может ставить как раз именно чем ниже, тем он более... защитный. Ну и вынос. Вот защитный он может быть и атакующим. И также железка его круглая для более сильного баланса. Прикольно. Мне кажется, я уже окупился. У нас остался, похоже, последний волчок. Так, это у нас дракон. Он у нас имеет, в отличие от всех, только два элемента. Он уже 4-го сезона. Вот у нас был, получается, Рафаэль. У нас он 6-й. Сприган у нас тоже 6-го сезона. И Ахиллес, который там у меня находится, 7-го. А это у нас 4-й, дальше от всех. Но, скорее всего, тоже будет иметь сумму. Так. Странно, почему тут нету переключателя для него. Но можем просто включать и использовать его как дополнительный движок. Для того, чтобы он крутился. Так, он имеет еще лезвие. Которые могут сдвигаться, что ли? Да. Дальше. Он также можно снимать его рамку.
Но это нам не нужно. И самое интересное, это наконечник, который может самостоятельно улучшать его пробег. Вот и все наши беи. Вот она сумма, которую мы смогли выиграть. А, и я забыл как раз, похоже, некоторых беев. Так что в общей сумме вот все их стоимости. Тут у нас написано. В общем, всем пока.